молодежь – это самая большая загадка настоящего. В ней тайна будущего. Сфинкс, да и только. Правда, сфинкс таинственен ликом и нем. А у этих юношей и девушек миллионы лиц и столько же голосов. Что вы там делаете, лежа на льве? Я подумал, как хорошо стряхнуть с себя все заботы и полежать на льве. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Я встретил прекрасного, доброго человека. Это Тенгиз Александрович. Здравствуйте. Вот если говорить о том, как, кто нас вообще делает людьми, ну, я скажу о своей семье. И вообще-то один человек – это не даже моя семья, которая так много сделала для меня. Даже моя семья не могла из меня сделать то, что в конце концов получилось. Потому что для этого нужно, чтобы были бы еще люди. И я среди них хочу вспомнить, кроме моего отца и моей матери. Отец меня учил кинематографу, он был замечательный кинематографист. Но еще хочу тому мастеру, которого я кончил ГИК, которого я люблю, которого я помню. И всегда он в моем сердце, Роман Кармен. Вопрос, что для вас значит слово «любовь»? Для меня слово «любовь» означает ровно наоборот от слова «не любить». Может, это громко сейчас звучит, и у меня нет такого документа, чтобы я сейчас печать поставил, что то, что я говорю, это правда. Но я-то знаю, это самое главное в жизни – делать добро. Напутствие подрастающему поколению. Подрастающему поколению напутствие можно давать тогда, когда они все-таки уже стали не совсем подрастающими. Но начинать надо в этом возрасте, когда они подрастающие. Но я сейчас обращаюсь к вам. Может, вы даже не поймете, что я вам сейчас сказал, потому что и в вашем возрасте я что-то не понимал. А вот сегодня я понимаю и говорю об этом вам. И говорю вам главное – запомните, что я сказал, что в детстве я тоже ничего не понимал. А запомните, что теперь я понимаю, и запомните, что вы это поймете. Всегда будьте с людьми, с родителями ответственны за них до последнего дня их жизни. Спасибо. Большое спасибо. Проект «Певец из народа» предлагает услуги по саунд-продюсированию, которые включают в себя: а. Написание оригинальной музыки и аранжировки. Б. Написание оригинальных текстов песен. В. Сведение, мастеринг композиций. Также оказываем поддержку в ротации на радио. Предлагаем услуги по фото- и видеомонтажу, съемка ваших концертов и мероприятий. Участникам и подписчикам нашего проекта полагается скидка в 20%. Возможно, удаленная работа с исполнителем.